Как лучше всего исследовать Библию или, может быть, читать ее? Потому что вот я читаю, ну, вот, например, по трем, ну, даже, может, по четырем даже направлениям. То есть я читаю отдельно Библию, отдельно у меня есть толкование блаженного Феофилакта, я вот книга тоже, я его читаю иногда. Иногда я просто псалтырь читаю, иногда через симфонию изучаю. Или, может быть, стоит просто, вот просто взять одну Библию и читать вот ее просто, и все остальное как бы отбросить, как лучше. Вот вы назвали способы, которые все они хороши. И указывать вам на это я и права не имею. Вы должны в себе, проверяя это, закрепить то, что имеете. Я знаю, вот Виктор Николаевич, он по порядку считает, способ очень хороший. И вы, что сказали, замечательный. И поэтому, что душа ваша больше приняла, в чем она больше преуспевает. Держитесь этого и благодарите Бога. И если какой-то стих попадется, называется «Золотой», ну, прям запомнить. Вот Володя делает, на картонке выписывает и скотчем обклеивает, чтобы не стерлось. И много здесь. Я точно так же делал. На каждый день выписывал. Еду на велосипеде, раз, скинул глаза. Все, прочитал, оно запомнилось. Я ведь живу-то старым жиром, как говорят. Мне говорят, да на вас авторитет ваш работает. Но я на свой авторитет 58 лет работал. И он на меня отрабатывает. Хорошо, когда бывает, человек изучает язык какой-нибудь, но это уже, как говорится, гурманство. Ну и параллельно китайский, там русский, или бывает немецкий и английский. А ты знаешь хоть один язык, ты сразу два языка тянешь за собой. Мне нравился этот способ. Да еще когда кто-то там из той страны насчитывает, я из Америки вот привез полный комплект насчитывать Библии в кассетах, маленькие такие, с ладошку. Это здорово. Так что держитесь то, что имеете. Все. Брат, может быть, будет полезно. Вот мы, к примеру, читаем два раза в день. Утром мы читаем с толкованием блаженного Феофилакта, вот трехтомник, который Игнатий Тихонович выпускал. А вечером читаем текст Библии без толкования уже. Ну, вот так. Вот я в настоящее время много вопросов и ответов, и приходится в Библии это все через поисковик, который Тимофей Хас сделал, он вообще известный, и выписывать, и копировать. И вот книги издавал. У меня 38 томов, но 33 тома только открытым оком. В каждом томе примерно 3000 ссылок на Библию. И они прям приводят места. Ясное дело, что подряд мне читать уже не приходится. Я ее знаю, несколько раз прочитал, а мне она нужна уже в деле, в работе. Конкретно. Когда и какую команду я должен услышать. Одно дело изучает воинский устав тот, который только поступил и думает, как бы не попасться. И другое дело командир. Так что мы по ступеням идем. Все. А в лагере у нас так, с толкованием утром считается, а вечером просто Евангелие. Как вот Галина Александровна сказала. Так, вопросов больше нет, если я отхожу. Понял. Спаси, Христос. Аллилуйя.